Я думаю, что сейчас, наверное, терпение. Все же устали очень. Устали, вымотались. Это такая вот усталость и физическая, и нервная, и психическая. В общем, очень все устали. И я думаю, что здесь нужно как бы потопить наших предков. Да, они 5 лет, Великая Отечественная война. Как-то я вспомнила такую вот песню, которую абсолютно гениально спела Людмила Марковна Гурченко. «Да воюй, родной, да терпи, родной, не давай вздохнуть злому ворогу. Мы за вас горой, вы за нас стеной. Все у нас с тобой теперь нынче поровну». Вот когда станет поровну, на самом деле поровну, вот тогда будет перелом.